Вижу, десяточки пошли. Давайте будем поактивней. Друзья, ну что, я вас от всей души поздравляю. Сегодня ровно месяц нашей замечательной компании. Сегодня ровно месяц нашему малышу Биксапу. И давайте мы друг друга поздравим восклицательными знаками в чате. И, конечно же, для меня очень трепетно и волнительно. Мало того, что сегодня мой дебют в этой компании, а также, конечно, в день рождения 7 июня мы стартовали. 7 мая, сегодня ровно месяц. Ура, друзья! Восклицательные знаки в чат. Давайте дружно отработаем сегодня этот чат. И я очень прошу вас, пожалуйста, помогайте мне обратной связью. Так мне будет проще, конечно, с вами сотрудничать и приятнее вести эту встречу. Договорились? Мощь! Да, супер! Итак, друзья... Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Ирина Жукова, я живу в городе Сочи, и я официальный спикер этой замечательной компании Биксап. Сегодня мой первый вебинар, и я надеюсь, мы с вами будем очень часто встречаться, а также у нас будут проходить вебинары именно вот в этой комнатке. Поэтому мы всегда вас с огромной радостью здесь ждем, приветствуем. И давайте мы сейчас напишем с вами, с каких вы городов, и проверим нашу географию. Я уже сказала, что я из солнечного города Сочи, у нас уже жара, мы даже открыли купальный сезон, так что вам лучики солнышка сочинского дарю, и позитив сочинский тоже для вас. Москва, Кемерово, супер, у нас Сибирь, Днепр, Украина, замечательно. Давайте проверим географию, активнее, друзья, поработаем. Уфа, Воронеж, Киев. Крит, Греция, супер, вот смотрите, у нас такая география обширная, это что означает? На самом деле интернет объединяет очень множество людей, которые связаны одной целью, которые пришли сегодня сюда изменить свою жизнь. И я очень надеюсь, что сегодня в этой комнате все, кто принимает участие в нашем вебинаре, пришли с одной важной целью и миссией – изменить свою жизнь и дать возможность многим людям тоже поменять свою жизнь и сделать свое безоблачное завтра. Согласны со мной? Давайте мы приступим. Питер, Москва, супер, я вас благодарю за активность, Питер, детка, классно. Итак, дорогие мои, сегодня у нас презентация Биксап, давайте поговорим об этой компании. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием в конце вебинара на них отвечу. Договорились? Итак, что такое Биксап? Это компания, которая нам дает возможность поработать по партнерской программе. То есть это партнерка. Также у нас есть возможность поработать сегодня и сделать наше завтра. Каким образом, друзья? Завтра будет у нас пассив, полный пассив. То есть мы работаем на партнерке, и в это время у нас с вами формируется пассивный доход. Это постмайнинг. И мы об этом с вами тоже сегодня подробно поговорим. Расчетная единица нашей компании биткоин – это дедушка криптовалюты, и как наши основатели говорят, сейчас время скидок, да, на биткоин, поэтому очень приятно, конечно же, зарабатывать сегодня биткоин, а потом с удовольствием наблюдать, как он растет в кошелечке. Благодарю, Батыр, потому что на самом деле компания зажигает, потому хочется и вас всех зажечь и поделиться своей энергией. Время скидок. Да, что такое биткоин? Я уже сказала, что это самая такая устойчивая, да, криптовалюта, и это децентрализация, это надежность, это анонимность, это избавление от посредников, отсутствие ограничений по суммам платежа. То есть вы можете любую сумму в любую точку мира отправлять, никаких посредников в виде банков здесь, друзья, нет. Поэтому, конечно, эта валюта пользуется огромной популярностью, а если у валюты есть спрос, значит, у нее будет рост, вот как я в рифму сказала. Давайте пойдем дальше и поговорим, что такое постмайнинг. Вы, наверное, все знаете о том, что есть люди, которые ставили свои фермы, да, для того, чтобы добывать биткоин. Кто в курсе, поставьте плюсики в чат. То есть сейчас это... Этот майнинг, да, он назывался пул майнинг, он не совсем актуален, потому что очень большая энергозатратность. Кроме того, мы мутили, вот у Андрея, да, замечательно, спасибо большое. Сейчас вообще очень плотно входит постмайнинг. Что это такое? Это алгоритм с повышенной степенью безопасности. То есть здесь меньше комиссий и гораздо
быстрее подтверждение транзакций. Поэтому вот 2019 год вообще говорят, да, о том, что это будет прям такой год постмайнинга. И мы с вами станем участниками вот такой вот системы накопления майнинга у нас в кабинетах с помощью партнерской программы BigSup и с помощью, я вам дальше все обязательно расскажу, давайте мы пойдем дальше, а то сейчас тут все сразу вам выложу. Итак, наши основатели, это замечательные молодые люди, два Евгения, Евгений Чеплыгин, и Евгений Ежов. Мы многие знаем этих парней уже, я знаю парней из предыдущей компании, и на самом деле очень большой показатель, когда мы идем за людьми в этот бизнес. Согласны со мной? То есть вот для меня, допустим, да, на первом месте это всегда честность и порядочность людей, за которыми я иду. Если согласны со мной, десяточки в чат давайте поставим. Еще очень важный момент, то есть мы идем за людьми, которые растут, которые развиваются. Поэтому для меня это тоже очень-очень важный момент. Я иду за нашими основателями, потому что я хочу тоже такого огромного роста, развития себя именно, да, себя как личности и, конечно же, себя в этом бизнесе. Поэтому всегда выбирайте в окружении, выбирайте наставников, за которыми нужно расти. То есть, когда мы окружаем себя болотом, соответственно, нас тоже затягивает. Когда мы в горной реке, когда вот этот поток, да, и мы в этом потоке находимся, тогда нас просто этим потоком тоже подхватывает и несет. И невозможно сидеть просто на месте, когда люди развиваются, двигаются. Ты это видишь, конечно, ты за ними начинаешь подтягиваться, и ты начинаешь развиваться. Вижу, что согласны, десяточки есть. Давайте пойдем дальше. У меня почему-то слайды подвисают немножко. Итак, друзья, давайте пройдем по особенностям компании. Конечно, это прозрачность. Авторский маркетинг 100% сеть. У нас есть премиум-клуб, об этом мы тоже поговорим. Автоматизировано обучение. Вот здесь я тоже очень остановлюсь, потому что я уже сказала, что я очень большое внимание уделяю развитию. Именно уделяю образованию своему, очень много денег в это вкладываю. И я скажу вам, на самом деле очень много компаний, которые предлагают обучение, но когда туда приходишь, сталкиваешься с тем, что либо ты это уже знал, либо это все есть в открытом доступе, да, и очень трудно найти обучение, которое действительно качественное, но оно дорогое, друзья, вот кто из вас покупал обучение, которое стоит более $1000 или евро? Поставьте в чат плюсики. Я покупала такое обучение, и я вам скажу, что это обучение отличается от того, что дается бесплатно. И у нас с вами есть уникальная возможность получать такое обучение, как партнеры компании, абсолютно бесплатно. Но для этого, друзья, вы должны развиваться и расти. Это очень важно. Вижу, плюсы есть. Людмила не покупала, а хотели бы пройти такое обучение? Вот у вас будет такая возможность в нашей компании. Конечно же, мгновенные переводы, клиентоориентированность. Давайте пойдем дальше. И что у нас за маркетинг? На самом деле это авторский маркетинг. Я уже сказала о том, что наши основатели очень опытные ребята. И я с ними познакомилась как с топ-лидерами компании. Поэтому, друзья, конечно же, если люди имеют опыт в этой работе, они проанализировали все плюсы и минусы и создали уникальный маркетинг, который будет для вас сейчас доступен, и он очень-очень денежный. Жесть, как дорого. Ой, никогда не говорите такие слова. Вы пришли в бизнес, меняйте свое мышление, хорошо? Да, маркетинг шоколадный. На самом деле, те, кто сейчас уже плотно работает, тот уже оценил на самом деле все плюсы маркетинга, потому что деньги сегодня сразу, и деньги очень хорошие. Мы с вами тоже об этом поговорим с ребятками, все же слушаю, замечательно. Итак, первое, на чем мы с вами остановимся, это прозрачность системы. Смотрите, всегда есть в компании, в проектах какой-то первый аккаунт, да, вот только система запустилась, и первый аккаунт стал. Всегда интересно, да, чей это аккаунт. В основном это основатели, либо его называют административным аккаунтом, техническим аккаунтом, ну, неважно, но суть это обычно не меняет. Друзья, у нас
с вами есть возможность наблюдать, как зарабатывает этот аккаунт. И более того, вам скажу, не только наблюдать, но и получить возможность поучаствовать в распределении денежных средств этого аккаунта. Как вам такое? Если нравится, давайте плюсики в чат поставим. Смотрите, у нас есть аккаунт самый первый, и этот аккаунт Big Sub. И у нас идет здесь накопление денежных средств. Мы с вами будем видеть распределение. То есть 60% будет уходить на ранги. Друзья, то есть мы с вами работаем, делаем себе карьеру, зарабатываем на пулах, которые мы сейчас с вами, да, разберем. И плюс ко всему вы еще получаете премию от компании. Друзья, ну где такое видано? За то, что вы сами для себя зарабатываете, вас еще компания поощряет. Это очень-очень классно. Это подкупает. Да, потому что это честность и это порядочность. Сегодня, друзья мои, сегодня ровно месяц, и мы ждем распределения этой премии. Ждете? Если да, давайте восклицательные знаки в чат поставим. И сегодня у нас такая праздничная презентация. Давайте поактивнее поучаствуем. Сегодня будет премия. Да, сегодня. Да, классно. 30% уходит на развитие. Вы отлично понимаете, что нам, нашим основателям нужно поддерживать систему. Плюс у нас будут преподаватели, которые будут нам давать обучение, профессиональное обучение. Еще раз хочу здесь остановиться, друзья. Если вы хотите обучаться, развиваться, то вам сюда. Потому что, зная, как обучаются наши Евгении, и какие тренинги они проходят, они знают смысл в обучении, они знают, как нужно развиваться. И самое основное, что они хотят сделать, это чтобы наши партнеры, то есть мы с вами, были профессионалами. Чтобы мы не пришли в компанию, не знали, с чего нам начать, да? Чтобы мы пришли в компанию и не задавали себе вопрос, а как, а где брать людей, а как строить бизнес, а как заключать сделки, да? У вас это будет все доступно. То есть в нашей компании будут работать профессионально. И если у вас есть желание научиться, welcome. Ваши все возможности здесь в компании, да? Я вот очень часто буду останавливаться на образовании, потому что для меня, ну, на самом деле это очень-очень важно. И 10% у нас будет уходить на приложение. То есть сейчас это разработка, а затем у вас будут у каждого стоять приложения на Android, iOS, Windows, Telegram и так далее. И вы просто за то, что вы пользуетесь приложением и за то, что вы являетесь партнером компании Bixa, будете получать распределение, опять же, от этого аккаунта. Полный пассивчик, такой бесплатный, ой, такой приятный бонус, да, для партнеров нашей компании. Давайте пойдем дальше. Остановимся на пулах. Друзья, всего 10. Основных у нас 7. То есть у нас есть 7 пулов основных. Почему основные? Потому что здесь автопереход. Мы переходим автоматически. Один раз мы заходим. Не надо покупать, допустим, сразу все 10 пулов. Да, вы можете начать с первого. Опять же, у кого какие амбиции? Если вы пришли за большими деньгами, люди заходят на 2, на 3, даже на сразу 7. Но перепрыгнуть нельзя. То есть мы заходим постепенно. Один раз зашли, никаких абонентских плат, никаких автоплатежей, автошипов, товарооборота и так далее здесь нет. Один раз встали в систему, купили бизнес-место. Вот знаете, меня еще иногда поражает, когда люди говорят, сколько нужно влить? Меня прям смущает такое, да, как влить? Вы один раз купили бизнес-место, на котором вы строите свой бизнес. И все, дальше только зависит все от вас. Да, такое слово, ну, наверное, больше для хайперов, да, для тех, кто занимается пирамидами и хайпами. Три VIP-пула. Друзья, ну, кто пришел за большими деньгами? Если это вы, восклицательные знаки в чат. Я лично да, поэтому вот я прям тоже восклицательный знак сейчас поставлю. Друзья, здесь от амбиций. На самом деле, у вас должно быть понимание, да, когда мы приходим в бизнес, у вас не должно быть такого понятия, я пришла лишь бы заработать на хлебушек, я пришла лишь бы там мне хватало на жизнь. Друзья, ставьте большие цели, не стесняйтесь, у вас все есть. Каждый человек в жизни, он рожден
На самом деле в изобилии. И вы не исключение. Вы наделены вот с рождения всем необходимым. Поэтому развивайтесь. От вас все зависит на самом деле. Поэтому для тех, кто пришел за большими деньгами, виповские три пула. И, конечно же, у вас все получится, если вы будете верить в себя. Итак, друзья, что такое линейная тренажерная программа в компании BigSub? Линейка – это... Сейчас, секунду. Начисление за лично приглашенных. То есть вы получаете за каждого, кто встал в вашу систему по вашей реф-ссылке. Тренар у нас – это заработок с нижнего ряда. Вот так выглядит пул. То есть это всего 12 мест. Это очень маленькие пулы. Они все абсолютно одинаковые. Вот с этой линии вы как раз зарабатываете по тренару, ой, по линейке, да, если сюда встали ваши лично приглашенные. А вот с этой зарабатывают абсолютно все. Это тренарная линия из 9 мест, которые моментально начисляются вам вознаграждение за любого человека, который сюда к вам встал. Давайте рассмотрим таблицу входов и доходов у нашей компании BigSub. Мы с вами начинаем бизнес, допустим, с первого пула, да? Линейка бомбовая, да, сейчас я покажу вам. 4000-ных мы заходим, это общая стоимость входа в систему. 1000-ная – это линейка. Пул – 3000-ных. На выходе 9000-ных мы зарабатываем первый раз. Почему первый раз и 9000-ных? Потому что у нас автоматом покупается второй пул. И 0,023 тысячных мы получаем второй и бесконечно. А, да, Альбина, да, давайте вопросики в конце, я по мере возможности поглядываю в чат, да, но мне сегодня действительно так волнительно и не хотелось бы лишний раз отвлекаться. Итак, друзья, то есть вот эта стоимость входа пакета, она состоит из линейки и тренары. Тренар, да, это вот эта вторая линия, с которой мы зарабатываем, а линейка, вход, это за каждое личное приглашенное. И вот смотрите, обратите внимание, когда мы работаем в какой-то компании, нам дают вознаграждение за приглашение. То есть мы с вами зарабатываем, нам дают реферальное вознаграждение. Здесь на каждом пуле вы будете всегда получать по линейке. И смотрите, вот ваш партнер за вами перешел и опять получили. Ваш партнер перешел и опять получили. А давайте вместе с Андреем посмотрим на 10-й пул. Друзья, как вам циферка? Давайте в чат ваши эмоции, друзья. Вот кто сюда идет на 10-й пул? Однозначно те, кто пришел в бизнес, те должны себе ставить цель 10-й пул, друзья. Ну, давайте даже 7-й посмотрим. 20 биткоинов, как вам будет так? Кайфово, да, ощущается эта сумма. А второй и все последующие 27. При том, что, смотрите, друзья, вы получать будете бесконечно с каждого пула, то есть эта сумма будет больше, чем 27 битков. А 220 вообще супер, да? А теперь давайте представим себе, вот смотрите, каждый сейчас представит себе, что у него закрылся 10-й пул, и у него в кошельке лежит 220 биткоинов. Как вы себя ощущаете? Кайф, да? Драйвово. Вот как человек действует в таком состоянии, когда он ощущает свою цель, что он ее уже достиг. Конечно, он продуктивен, да? Если человек зацикливается на том, что у меня нет денег, у меня долги, ой, как я туда до 10-го дойду, это невозможно, как я буду приглашать, я не смогу, он будет никогда, допустим, непродуктивен, потому что у него настрой никакой, потому что у нас голова тесно связана с нашим телом. Вот о чем вы думаете, так ваше тело и реагирует. Если вы думаете, вау, 220 битков, вы продуктивны в это время? Давайте, да или нет? Конечно, да. Я к чему веду? Концентрация. Куда у вас? Концентрация на результат. Всегда думайте о том, чего вы хотите достичь. Если вы будете концентрироваться на результат, у вас всегда будет продуктивность. Вы всегда будете продуктивны. Вот давайте такой прием небольшой. Я готова рассмотреть. А, ну это вы там между собой уже, да? Извиняюсь. Смотрите, я вам хочу сейчас просто показать один момент.
ну, чтобы вы меня услышали хорошо. Если у вас, вы сейчас, представьте, закройте глаза и представьте, у вас в руке сочный желтый лимон. Вот он прям такой спелый, сочный. Берем ножик, разрезаем лимон, и сок просто льется у нас по руке. Как вы ощущаете себя? Кислинка, да, во рту? Что случилось? Лимона нет, сока нет. А вы среагировали, да или нет? Давайте в чат. Так и с нашими целями. Если вы думаете о том, что вы все можете, да, я хочу, я это получу, и вы думаете о результате, у вас абсолютно все получится. Ваше тело будет реагировать. Если вы будете в вечном депресснике, вы никогда не добьетесь результата. Услышали меня? Если да, десятки в чат. И идем с вами дальше. Итак, друзья, у нас вот так выглядит пул. Давайте рассмотрим, как вот закрывается. Десяточки вижу, я надеюсь, что я до вас донесла. Поэтому просто я на прошлом вебинаре наблюдала, некоторые писали, ой, мне бы хотя бы три пула закрыть, ой, мне бы хотя бы, вы чего, вы же победители. Десятки вижу, супер, отлично, давайте пойдем дальше. Итак, вот так выглядит пул. Вы пришли, один раз купили место в системе и заняли свое место в пуле. Далее вы начинаете активно работать, да, и, допустим, к вам пришла Наталья, заняла свое первое место. Она ваш личник, вы сразу получили 0,001 тысячную по линейке, правильно? Ренат, молодец. Пригласили второго и опять по линейке получили. Пригласили третьего и опять по линейке получили. Выгодно? Конечно. 10 человек пригласили, 0,01 уже в кошельке. Сразу и моментально, да, не надо ничего ждать. А если у вас четвертый человек пришел, он становится уже в нижний ряд, да, с которого мы получаем с вами по тринару. Поэтому здесь у нас, допустим, стала Катерина, и вы заработали и по линейке, и по тринару. Как у нас начисляется тринар? Смотрите, друзья, вход в тринар у нас 0,3 тысячных. То есть 3 аккаунта. У нас идет наше вознаграждение, это 0,009 тысячных биткоина. 5 следующих идут на следующий пул. И 9-й это всегда реинвест. То есть мы получаем с вами с 3 как бы аккаунтов 5 на следующий, и с 9-го мы реинвестим. Для того, чтобы вы получали с каждого аккаунта, а не только с первых 3, а потом просто закрывали. Наши основатели сделали такую фишку. То есть вот с каждого аккаунта часть денежек резервируется на следующий пул, да, а часть денег вы зарабатываете. То есть считаем, математика простая, 0,009 на 9 аккаунтов, то есть 1 тысячная, каждый аккаунт нам приносит с нижней линии. То есть стала к нам Катерина, и мы получили тысячную, потому что она наш личник, и тысячную, потому что она встала к нам в тринар. Так вот, друзья, если сюда от вышестоящего спонсора прилетит перелив, вы все равно получите тысячную. Если сюда встал перелив, вы не получаете линейку, но этот перелив работает и заполняет вашу нижнюю линию, и вы все равно зарабатываете. Давайте посмотрим, как заполняется наш пул с помощью одного активного партнера. Вот смотрите, вы пришли и пригласили Ольгу. Ольга очень активная, она начинает активно приглашать, вы еще даже не успели сориентироваться, она раз и закрыла свой пул. У нее реинвест. Реинвест проходит опять к своему наставнику, то есть она занимает второе место. И закрывается уже второе место, она закрывает свой второй пул и опять реинвестит. И снова встает к своему наставнику и закрывает третий пул. Третий круг, да? То есть что происходит? Один активный партнер пришел и закрыл вам весь пул. С нижней линии вы всегда заработаете, даже если это один партнер закрывает вам весь пул. А дальше самое интересное. Друзья, у нас есть здесь новички? Поставьте в чат 5, если есть. Да, Игорь, прорыв – это точно. И вот сейчас я вам, кстати, еще одну фишку, которая такая тоже прорывная считается. Но лично я так считаю. 5, да, Ренат, новичок. Смотрите, Ольга
Пришла, закрылась, реинвестнула к наставнику, вообще опять реинвестнула, опять стала к наставнику, и на третий реинвест мы с вами улетаем в слабое звено системы. Что получается? Пришел Иван, еще новичок, только разбирается, и у него слабое звено в системе. Ольга очень шустро закрыла все свои пулы на третий реинвест, она улетела к Ивану, закрыла опять там свой пул и вернулась к своему наставнику. Как вам фишечка? Нравится? Представляете, все ровненько, мы все на третьем реинвесте, да, мы все разлетаемся друг к другу, помогаем друг другу закрываться, нет никаких перекосов. Классно, если да, давайте десяточки в чат. Это гениально, на самом деле, да. Классное слово, вот, гениально, да, это прям инновационный маркетинг, это точно и однозначно. Смотрите, очень круто, да, будьте поактивнее, друзья, несмотря на то, что дневной вебинар, нас 40, это классно, спасибо. Смотрите, если вы начинаете активно действовать и активно приглашать, и все партнеры ваши, сколько мы заработаем? То есть у нас получается 12 мест, 12 ваших лично приглашенных, 0,00, 12 и плюс по тренару 0,009. Выгодно самому приглашать? Конечно, выгодно. За линейку-то начисления сразу, моментально и за каждого вами приглашенного. А вы перешли на следующий пул, стали, и за вами перешел ваш партнер, и вы опять получили по линейке. Он переходит из пула в пул за вами дальше, а вы каждый раз зарабатываете по линейке. Где вы такое видели? Я вижу такое в первый раз на самом деле. И что исключили наши основатели? То есть вот те, кто работали в матричках, где мы зарабатываем только после закрытия, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Когда ты начинаешь работать, деньги нужны, семья, дети и так далее, да? У всех свои какие-то потребности. Так вот, друзья, здесь не надо ждать закрытия. То есть, когда было закрытие, что происходило? Деньги после закрытия. Мы работаем, закрываем, ставим, наша команда работает. Осталось тут три места, и что происходит? Я начинаю дозаливать за свои деньги, потому что мне уже прижало, мне нужны деньги. Я дозаливаю, и вот здесь вот образовался стопор. И вот эта сторона, она уже не работает. А представляете, если люди будут так все делать, что произойдет с системой? Она просто встанет, что и происходит. То есть мы с вами здесь не на... получаем с каждого аккаунта, не надо нам ждать никаких закрытий. То есть мы пригласили, заработали. А встал в тренар человек, опять заработали. Согласитесь, классно. И на самом деле, даже если вы пригласите несколько активных партнеров, у вас будет активно продвигаться ваши пулы. А представьте себе, каждый 3 по 3, а 4 по 4 вообще супер, да, я вам показала, что четвертый партнер становится вот сюда. И вы уже получили 0,004 по линейке и 1000-ю по тренар, если у вас не прокуплен следующий аккаунт. Как вам маркетинг, друзья? Здорово? Вот таких фишек на самом деле я не видела нигде, и когда я посмотрела первую презентацию, просто у меня загорелись глаза, и я поняла, что все, это моя компания, и я только здесь. Моя фокусировка на 10-й пул, моя фокусировка на развитие, на обучение себя в этой компании, да, на развитие себя как лидера. И, конечно же, мои партнеры обязательно все будут зарабатывать. Они сейчас зарабатывают, радуются, как и все присутствующие на нашем вебинаре. А я видела наш чат, у нас очень много уже выплат. И давайте, друзья, кто уже заработал в Биксап, поставит восклицательные знаки. И покажем, сколько нас здесь. Я думаю, что почти все. Мы все идем на 10-й пул. Правильно. Все встречаемся там. Смотрите, сколько уже людей заработали в нашей компании. Супер! Вот всегда показатель, да, когда люди зарабатывают. Конечно, считается, разве это не деньги? Конечно, считается. Это классное начало. Все еще впереди у вас. Давайте пойдем дальше. Посмотрим, какие деньги нас сегодня ждут в компании Биксап. Итак, друзья,
Первый пул, и это первый ранг менеджер. У нас вход 4000 биткоина. Сюда входит линеечка и тренар. 1000 и 3000. Почти второй пул закрыл. Супер, Андрей. Молодец. Класс. Итак, друзья, на первом пуле мы с вами с первого круга зарабатываем 0,0024 биткоина с учетом того, что у вас следующий пул, второй, да, уже куплен. Давайте пойдем дальше. На втором пуле мы получаем ранг Silver Manager. Баблишко течет рекой. Да, вот в Биксапе по-другому быть не может. Главное, чтобы эти потоки не останавливались, а мы все сделаем для этого. Согласны? Кстати, в Биксапе, мне кажется, и не может остановиться. Сейчас просто заходишь в кабинет, а там кап-кап-кап. Я недавно писала пост об этом. Итак, во второй ранг, во втором пуле мы с вами начинаем свою работу с 0,015 биткоинов. То есть у нас вход сюда автоматически после первого. И здесь у нас 3000 линейка и 0,012 это тренар. Мы здесь зарабатываем 0,096 биткоинов, друзья. Идем дальше. Вот здесь с третьего пула у нас начинается самое интересное. Друзья, вот задумайтесь каждый сейчас, у вас есть активы в вашей жизни, которые вам позволят сегодня закрыть ноутбук и не ходить на работу, допустим, да, и при этом зарабатывать бесконечно, то есть у вас приходят деньги непрерывным потоком с источников дохода в виде активов. Вот сегодня вы перестали работать. Насколько вы сможете жить безбедно, насколько ваши накопления, ваши активы вам это позволят. Вот когда вы задаете себе этот вопрос, и если пишем «не сможем», да, тогда здесь получается, вот знаете, нас никогда этому не учат. Мы должны с вами создавать свои... Так, меня слышно, друзья? У меня наушники, походу, подсели. Не успела зарядить. Есть майнинг в Акроне. Спасибо, Виктор. Так вот, друзья, для того, чтобы сделать себе пассивчик в виде колоночки активов, мы с вами с третьего пула уходим на майнинг. И это не инвестиции, друзья. Это майнинг, настоящий майнинг, где мы сотрудничаем с Acrona Global Node. И у нас появляется наша нода, постмайнинг, на котором мы начинаем майнить монетки. И вот здесь, что такое актив? Это приток денежных средств без нашего участия. Это когда деньги приходят в наш кошелек без нашего участия. Так вот, смотрите, друзья, когда мы с вами, допустим, работаем, да, и зарабатываем какую-то сумму денег, хочется купить машину. Мы купили с вами, ну, эконом-класс, допустим, купили Kia Rio, да, и начинаем ездить. Зарабатываем чуть больше, мы хотим машину покруче. Мы зарабатываем и покупаем BMW, но BMW уже так просто... не починишь, да, если она сломалась, она требует больших вложений, и ее нужно вести в автосервис, так ведь? Что происходит? Человек начинает еще больше работать, поэтому нам вот в голову с детства внушили что, что если ты хочешь быть богатым и обеспеченным, тебе нужно всю жизнь пахать, да, потому что растут доходы, растут наши потребности. Я покупаю дороже машину, то есть мне надо еще больше работать, чтобы ее, опять же, обеспечивать, эту машину. То есть у нас есть некая колонка пассивов, мы в своей жизни всегда строим пассив. Наш дом – это пассив. Многие считают, что это актив, но на самом деле это не так, потому что нужно заплатить коммуналку, где-то сделать ремонт и так далее, да. А мы с вами должны сделать колонку активов параллельно пассиву, чтобы наши пассивы гасились. Друзья, вот вам вариант активов в вашем бюджете. Вы сегодня себе делаете обеспеченное завтра. Так вот, друзья, давайте мы здесь с вами сейчас поговорим о том, что у нас будет не только просто пассив отчисляться с третьего пула, но еще и за вашу деятельность, за вашу активность, за то, что вы активно работаете с командой, вы будете получать вознаграждение реферальное. Ох, как вовремя пришли деньги за ранги. Так, люди, вы здесь? А то все, наверное, убежали в кошельки. Давайте поставим в чат десяточки, если вы со мной. Я всех поздравляю, кто сегодня заработал. Я всех поздравляю, это ваш труд, вы все молодцы, вы все суперские, вы все победители. Круто, да, я пойду попозже посмотрю. Итак, друзья,
Итак, с третьего ранга мы с вами зарабатываем 0,288 биткоинов. 10% у нас уже начинает отчисляться в ноду. То есть все, мы начинаем делать колонку активов в нашем бюджете, то есть деньги пошли майниться, и мы с вами просто уже на полном пассиве еще получили источник дохода. Идем дальше. С четвертого, четвертый пул – это Platinum Manager, четвертый ранг, который у нас стоимостью 0,12 биткоинов, то есть здесь у нас линейка 0,012. Помним, да, что те люди, которые перешли за нами на пул наши лично приглашенные, приносят нам вот такую сумму линейными вознаграждениями. И 0,108 – это тренар, это нижняя линия, которую мы зарабатываем с вами абсолютно каждый, абсолютно с любого человека, который встал в эту линию. Итак, наш выход с первого круга 0,864 биткоина. Это сумма минус 10%, которые уходят на майнинг, 0, я округлю, 78 биткоинов на руки. Уже так приятненько, да, такие суммы ощутимые. Еще уже майнинг нам приносит деньги, не забывайте. Так вот, директор, это пятый ранг. Вход у нас 0,461. Здесь линейка 0,029 плюс тренар 0,432. Итак, друзья, мы с вами зарабатываем 3,5 биткоина. Это уже очень такая хорошая сумма, на которую можно, в принципе, купить уже автомобиль. Супер! Так, ребят, я вижу, что все довольны. Давайте тогда мы сейчас дружно восклицательными знаками поздравим друг друга с первыми вознаграждениями за ранги, друзья. И пусть этот денежный поток будет бесконечным, я вам этого искренне желаю. Давайте восклицательные знаки, тогда мы свои эмоции выплеснем, да, и пойдем дальше. Я всех поздравляю вас, мои дорогие. Это очень классно. Это классно, когда люди радуются. И мне кажется, это на самом деле самое-самое в жизни приятное, да, когда получают партнеры наше вознаграждение, и когда у них есть возможность зарабатывать. Знаете, я вам скажу одну такую простую вещь. Я очень много занимаюсь тренингами, у меня сертификат коуча, я езжу, обучаюсь. И как-то раз я была у одного коуча, который вызывала нас на сцену, да, и каждый рассказывал какую-то свою историю. Так вот, вышла женщина, она была такая, кстати, не одна, но она мне почему-то больше всех запомнилась. И в свое время у нее, ну, ее бросил муж, у нее трое детей, чужой город и долгов минус 6 миллионов, представляете себе? И человек просто набрала тетрадку и писала, что она может сегодня делать, какие свои услуги она может продавать, чтобы как-то выйти с этого положения и в дальнейшем заработать. Друзья, на руках трое детей. Она на улице в чужом городе. Долгов минус 6 миллионов. И она искала возможности, вплоть до того, что мыть чужие туалеты, понимаете? У вас есть этот инструмент. Ничего выдумывать не надо. Вот проще не бывает. Бизнес на земле, вот те, кто пробовал, сейчас тоже со мной согласятся. Тоже очень много нюансов, которые действительно где-то ломают предпринимателей. И не все даже один год выдерживают в этом бизнесе. У вас есть все инструменты на руках. Вот они. Берите и действуйте. Наш BigSAP, пожалуйста. Ничего выдумывать не надо. И всегда говорю о том, что есть мастер денег, а есть мастер отговорок. Вот вторая категория – это люди, которые всегда найдут, почему у них что-то не выходит. У них куча причин и масса отговорок. И есть мастера денег. Давайте сейчас напишем, кто вы. Кто вы, к какой категории вы себя относите. Я точно к мастеру денег. Поэтому я вам про что сейчас пытаюсь донести. У вас есть инструмент, готовый инструмент, с помощью которого вы можете зарабатывать. Не надо ничего выдумать. Нужны деньги? Пожалуйста, зарабатывайте. Видите, сколько восклицательных знаков в нашей вебинарной комнате? Эти люди заработали уже. И если вы хотите изменить свою жизнь, примите, наконец, решение. Принимайте решение и действуйте вот вместе с нами. Я надеюсь, все эмоции свои выплеснули. Можно дальше вести, да, презентацию. Мастер денег, супер. Спасибо. Мастер фломастер. Ну, тоже, почему нет? Все рисуем свою жизнь. Какие карандаши мы выбираем, такая жизнь у нас получается. Итак, друзья, идем дальше. И у меня перелистнулись слайды. Секундочку, я извиняюсь. Либо я нажала
Так. На директоре, да, мы остановились, да. Идем мы с вами на президент. Это шестой ранг, вход 1,37 биткоинов. Здесь у нас по линейке 0,074 и 1,3 биткоина уходит в тренар. То есть с нижней линии на нижнюю линию у нас уходит вот такая сумма. И мы с вами зарабатываем с шестого ранга 10 биткоинов. Друзья, за минусом 10% это 9 с копеечками биткоинов у вас уже на руках. Друзья, это уже очень-очень хорошая сумма. Приложения еще пока нет, Андрей. Идем дальше. Бриллиант, седьмой ранг. Я думаю, что ну, здесь так легко закрываются пулы, что на седьмом ранге, мне кажется, будут очень-очень многие, как бы не все. Ну, те, кто действует, однозначно здесь будут, это 100%. Итак, ранг бриллиант, 4 биткоина, у нас вход 0,232, линейка 3,8, это тренар. С первого круга мы зарабатываем 31 биткоин, за минусом 10% в ноду у нас остается на руке 27 биткоинов с копейками, не с копейками даже, да, почти 28. За нулевой ранг пришел. Друзья, ну я вас поздравляю, это очень приятно. Я уже прям не знаю, что в моих там чатах творяется. Наверное, мои девочки и мальчики тоже очень счастливы. Давайте пойдем дальше. Ну и, друзья, лидерские пулы для тех, кто пришел за большими деньгами. Я уже увидела, что здесь это большинство. И у нас премиум клаб, восьмой пул. 8 биткоинов у нас вход, 0,9. Линейка 7,7 – это тренар, и мы здесь с вами зарабатываем, друзья, 62 биткоина. За минусом 10% 56 биткоинов чистыми вы получите на руки вот с этого пула. Девятый пул, и здесь у нас, опять же, да, это виповский пул. Друзья, ну вот, опять же, давайте посмотрим сразу на суммы. На выходе у нас 124 биткоина, а это практически, наверное, миллион долларов, да. Сколько сегодня 124 биткоина, напишите в чате. И за минусом 10% у нас мы зарабатываем 112 биткоинов. Смотрите, вот у вас по 10% уже, вот видите, вот даже здесь вот с девятого пула 12 битков у вас ушло на майнинг. Сколько у вас будет ежемесячно просто на полном пассиве майниться? Это супер, друзья. Вот я вам говорю, это гениальная компания, которая просто сделает миллионы людей счастливыми. Обязательно посты, обязательно всем. Итак, друзья, 10-й пул. Из 10-го пула мы с вами чистыми зарабатываем 224 биткоина на руки. Вот к чему мы все с вами стремимся. На самом деле, я еще раз вам скажу, не надо думать о том, что вы чего-то там не сможете. Не надо думать о том, что мне бы хотя бы третий пульчик, мне бы хотя бы 7 бы закрыть. Это неправильно. На самом деле, вам нужно просто брать и действовать. У вас обязательно все получится. При том, что возможности в компании крутые, инструменты будут тоже крутые. Так вот, друзья, что такое Acrona Open Network? Это децентрализованная инфраструктура, да, которая имеет возможность интеграции во внешние проекты. И мы сегодня с вами стали участниками, партнерами первой компании как раз вот интеграции Acrona Open Network. И мы будем сотрудничать, у нас будет нода и монетка Acrona, с помощью которой мы будем зарабатывать. 112 миллионов рублей, друзья. 112 миллионов рублей, как я промахнулась, почти 2 миллиона долларов, да? Итак, давайте рассмотрим, какие возможности у нас майнинга. То есть, если мы закрыли 7 пулов, и у нас прошли первые отчисления, а это посчитано по минимуму, то есть, пока вы, вот первая сумма у вас улетела, она уже майнится, пока вы идете дальше, она будет больше. Соответственно, здесь ребята посчитали по самой минималке, то есть на майнинге с 7 пулов, я про 10 сейчас не говорю, то есть это с 3 по 7 за 4 пула отчислилось, и каждый месяц 2000 долларов просто, 2-300 раз и прилетело на полном пассиве. Вот эта колонка активов, как вам она нравится? Вот смотрите, а если все 10 пулов, а мы все сюда стремимся, это 24 тысячи долларов. Чисто на майнинге, помимо заработков пулов, у вас майнится в системе, и вы просто в любое время заходите, снимаете, живете в свое удовольствие. А если мы с вами плотненько поработаем и поработаем с командой,
Вот всегда говорю, да, что когда мы работаем с командой, на самом деле это очень выгодно в плане того, что чем больше у тебя разрастается вниз структура, во-первых, больше людей ты делаешь счастливым, для меня это всегда на первом месте. Во-вторых, вы всегда будете зарабатывать с глубины, поэтому, когда вы приглашаете партнеров, очень-очень с ними плотно работайте. Посмотрите, вот с глубины с пятого уровня 15%, то есть ваши партнеры, они переходят за вами из пула в пул, то есть вы перешли с третьего на четвертый, у вас отчислилось, да, следом идет Наталья, у нее тоже отчислилась, она ваш личник, потом после Натальи ее партнеры, мы все как бы гуськом, да, передвигаемся по пулам, при этом уходят деньги на майнинг, и вы со структуры, друзья, внимание, в 5 линий в глубину вы зарабатываете за свой труд, за то, что вы поработали плотно с командой и помогли им двинуться, заработать. Поэтому всегда думайте о том, чтобы ваши партнеры заработали, и будет вам счастье. Это вам точно говорю. Вот смотрите, когда в вашем пятом поколении будет 4050 человек, это просчет на вот такое количество людей, и обратите внимание, закрыли только третий пул, это самое первое отчисление, самая минималочка взята, а структура разрастается вниз очень-очень быстро, я вам гарантирую, то ваш доход по рефералке составил 5500 долларов в месяц. Ага, плюс еще то, что у нас с вами майнится на с наших отчисленных средств. Поэтому вот уже здесь 8 тысяч долларов. А теперь просто подумайте, когда у вас будет приходить 8 тысяч долларов каждый месяц, возьмем самую маленькую сумму сейчас возьмем, но она и то, согласитесь, 8 тысяч долларов вам сегодня платят такую сумму на работе. То есть вы получаете, вот вы можете сегодня закрыть ноутбук и поехать на Мальдивы. И там жить 3 месяца, потому что вы знаете, что 8 тысяч долларов вам даже больше, да, вам приходит, и вы будете просто спокойно отдыхать на лежаке, курить сигару, я не знаю, кому что, да, и пить коктейли. Как вам? То есть это колонка активов. Вы будете знать, что вам не нужно думать, чем оплатить квартиру, чем заправить машину, чем ее отремонтировать, на какие средства. Вы будете знать, что на полном пассиве вам с Акроны, с платформы, да, манятся средства, которые обеспечат вам вашу жизнь. Ну, а теперь для победителей цифры. Кто здесь победитель? Я себя к таким отношу, я думаю, каждый здесь тоже. Так вот, друзья, если вы плотно поработаете, и у вас на пятом поколении будет 50 тысяч человек, закрывшие только третий пул, мы не берем четвертый, пятый, шестой, да, только третий. Друзья, как вам цифра? 67 тысяч с половиной долларов вы будете зарабатывать. То есть, если мы хорошо с вами потрудимся, то и по рефералке, и по просто майнингу вы будете зарабатывать порядка 100 тысяч долларов. Это минимум. Как вам такой пассивчик? Хорошая колонка активов в ваш бюджет? Я думаю, что даже очень. Если да, давайте восклицательные знаки в чат поставим, потому что я думаю, что здесь просто нельзя остаться равнодушным. Есть к чему стремиться, да? Очень круто, да, я согласна с вами. Супер. Итак, друзья, мы с вами также делаем карьеру в компании BigSub, зарабатываем ранги. И здесь абсолютно есть возможность для всех, даже для тех, кто закрыл первый пул, получить вознаграждение с головного аккаунта. Смотрите, у нас с головного аккаунта 60% уходит вознаграждение на ранги. То есть у нас всего 7 пулов, это 7 рангов, за которые мы с вами зарабатываем приятные бонусы от компании. Вы зарабатываете для себя, зарабатываете любимого, а вас компания еще поощряет таким приятным бонусом за вашу активность. Поэтому будьте, конечно же, активны, и будет вам счастье. И вот здесь вот про автоматизированное обучение я бы хотела сказать вам следующее. Когда человек стремится и развивается, он растет, он двигается вперед. Это вот, знаете, как женщина, когда она с узелком на голове, в старых трикошечках, она идет, так сгорбилась, да, и у нее, она не уверена в себе. И когда женщина идет с сумочкой Dolce & Gabbana, накрашена дорогой там помадой, она себя несет, и она идет уверенно по жизни. Вот перенесите вот этот мой пример на обучение личностное развитие. Вы должны быть красивы не только внешне, у вас должна быть красота внутри. Если вы будете упакованы качественным обучением, качественным знанием, вы будете
уверенно, с расправленными плечами двигаться по жизни, проходить какие-то мелкие препятствия, большие препятствия. У вас будет багаж знаний, с помощью которого вы будете это легко делать. Так вот, друзья, у нас на платформе вы получите курсы по продвижению, по личному бренду, очень много полезной информации. И я вам скажу, что мне очень понравилось, как наши парни на вебинаре сказали о том, что это не продукт, это само собой разумеющееся. Люди, которые пришли в компанию BigSub, научатся грамотно продвигаться, продвигать свой бизнес и, конечно же, будут очень серьезно личностно развиваться. Вот сейчас возьмите шкалу от 1 до 10 и поставьте цифру, где вы считаете, вы находитесь по личностному развитию. Вот десятка – это прям ух. Вот поставьте циферку, на какой отметке вы находитесь по личностному развитию. Можете в чат не писать, если не хотите. Я вам просто скажу сейчас простую вещь. Ваш результат и доля успеха на той же цифре. Потому что успех надо заслужить. И если вы развиваетесь и обучаетесь, ваш результат – прямо пропорционален вашему личностному развитию. Так вот, компания BigSub дает вам возможность по этой шкале сдвинуться прямо сейчас, прямо сегодня, начать эту работу над собой. И чем ближе вы будете к десятке, тем, соответственно, ваш результат будет приближаться, ваш желаемый результат, да, тоже будет приближаться такими же темпами, как и ваше личностное развитие. Я надеюсь, что вы меня услышали. Поэтому, конечно, это должно быть основное, чем мы с вами, бизнесмены, должны заниматься и уделять большое-большое внимание. Итак, друзья, у нас будут способы пополнения вот такие. И сейчас мы оплачиваем с биткоина, но вот обратите внимание, Visa и MasterCard, у нас будет возможность оплачивать карты Яндекс, кошелек, Kiwi, WebMoney, PerfectMoney, Intercash, и очень скоро у нас будет такая возможность. Вы сталкивались с тем, что вот размещаете реферальную ссылку, регистрируются люди, да, но не оплачивают, есть такое, да? Так вот, друзья, вам облегчат этот труд. Почему многие не оплачивают? Потому что они увидели информацию, они изучили, им все понравилось, они начинают оплачивать, а тут хоп, какой-то обменник, битки, они там никогда с ними не сталкивались. И люди начинают просто сливаться, либо они теряются, или потом он говорит, ой, ладно, завтра или послезавтра, все, вы партнера потеряли. Оплачивали с Яндекса? Интересно. Наверное, через обменник. Через обменник, конечно, можно. У нас будут прямые платежи. То есть, как вот в интернет-магазин вы пришли, то есть человек увидел ссылку реферальную, зарегистрировался, ему говорят оплатить, он говорит, да, оплатить. Какой вид оплаты вы хотите? Пожалуйста, целый, да, арсенал у нас. Какой хочешь, такой выбираешь. И, допустим, выбирает оплатить с карты. И как интернет-покупку совершает, вводит свои данные и покупает себе место в пуле. Согласитесь, облегчит это наш труд? Если да, давайте десяточки в чат поставим. Я думаю, что это тоже очень важно, что наши основатели делают очень все для нас доступно и облегчают нам нашу деятельность. Итак, друзья, какая цель и миссия BigSub? Я, наверное, на протяжении всего вебинара об этом говорю, о том, чтобы люди, которые приняли в своей жизни решение, которые уже решили, что они хотят жить по-другому, вот именно для вас создана эта компания, именно для того, чтобы вы развивались, вдохновлялись, чтобы вы объединились в одну команду и шли только вперед. Согласитесь, когда ты в команде, единомышленников, это гораздо лучше делать и легче, да, делать свой результат, нежели делать что-то по одному. Вот смотрите, вот вопрос, извините, если не секрет, какой ваш пассивный доход на данный момент? Во-первых, мы только месяц работаем, во-вторых, про свои доходы я вообще никогда не рассказываю. Секундочку. Почему?
ему достаточно 30 тысяч рублей в месяц, а мне мало миллиона, да, люди все абсолютно разные. Может, ты придешь через 2 месяца после меня и заработаешь больше, чем я за весь год там своей деятельности вообще в интернете, потому что каждый использует свои возможности по-разному, у каждого разные амбиции какие-то, и у каждого разные жизненные ценности, поэтому сколько ты заработал, это вопрос вообще, в принципе, ну, он не имеет места быть в такой компании, когда любой пришедший, даже после тебя, даже твой партнер, может заработать гораздо больше, нежели ты, потому что это не пирамида, и это не МММ. Поэтому, друзья мои, вот цель компании, конечно же, объединиться и сделать результат, сделать как можно больше долларов-миллионеров в нашей команде. И, конечно, сейчас мы поговорим о возможности Биксап Премиум Клуб. Это возможность для тех, кто пришел сюда серьезно развиваться. То есть уже сейчас у нас открылась первая фотостудия в Санкт-Петербурге, где наши партнеры, которые стоят на четвертом поле, уже могут прийти и сделать фотосессию для себя абсолютно бесплатно, также заказать себе видеоролик, профессиональный видеоролик, друзья. Вы также можете дать рекомендацию кому-то, и ваши друзья, ваши родственники, просто, может быть, знакомые придут в нашу фотостудию и сделают для себя фотосессию, либо запишут видеоролик под ключ про бизнес, может быть, это будет семейная фотосессия, но у нас больше, да, на бизнес заточено. И вы получите за это премию, опять же, от компании, комиссионное вознаграждение за то, что вы дали рекомендацию. Конечно же, лендинг-пейдж для партнеров компании, это очень важно, когда есть качественная страница захвата. А у нас работает в компании целая команда профессионалов. Это SMM-продвижение, PR-продвижение, логистика, маркетинг, аналитики, то есть здесь копирайтеры. Представляете, эти люди делать будут для вас качественные страницы захвата. То есть это не просто состряпать страничку, да, а здесь будет качественная, действительно, бизнес-страница. Профессиональное онлайн-обучение, доступно оно будет по рангам, я уже вам об этом сказала, о том, что чем дальше вы двигаетесь и развиваетесь, тем больше возможностей вы получаете не только от Вселенной, да, но и от компании Биксап, друзья, потому что вот как по лесенке. Поднимаетесь на ступеньку, оп, горизонта больше видно, да? Еще по лесенке поднялись на ступеньку, еще больше горизонта видно. Так и здесь, когда вы личностно развиваетесь, вы растете, то есть вы поднялись на ступенечку, да, и вам больше возможностей прибавилось. Когда человек приходит, встал на первый пол и просто сидит и ждет маны небесной, зачем ему какое-то там образование и какое-то там развитие? Согласны? Поэтому давайте мы сейчас сделаем так. Те, кто пришел серьезно развиваться как лидер, как победитель, поставьте в чат восклицательные знаки. Я думаю, что здесь все такие партнеры. И я вам хочу сказать одну простую вещь. Если вы будете себя чувствовать как победитель, всегда вспоминайте вот про лимон, про мой пример, да, думайте о цели и концентрируйтесь на том, что вы уже это получили. И если вы будете вести себя как победитель, вы будете действовать как победитель, вы будете мыслить как победитель, у вас будут результаты победителя. Встали утром, одели костюм миллионера, и в этом костюме вы проводите весь свой день. Будьте лидерами, ведите себя грамотно, занимайтесь личностным развитием, у вас обязательно все получится. Возможность есть, берем и делаем. И помните, что вы лучшие. На самом деле я верю в каждого из вас. И я знаю, что у вас обязательно все получится, потому что у нас собралась классная команда Пиксапа. Если вы еще не присоединились, то быстрее присоединяйтесь, потому что вот здесь время, деньги, реально. Мы уже зарабатываем, поэтому давайте, друзья, действуйте прямо сейчас и прямо сегодня. И пусть каждый день у вас начинается заслоб «Я хочу, и я это получу». Десятый пул «Хочу, и я это получу». Даже пижама миллионера. Я думаю, что, Андрей, вы просто до костей миллионер. Каждая клеточка вашего тела миллионер. Поэтому все должны быть так. Все, друзья, всем желаю успехов. Я прошу прощения, если где-то что-то у меня сегодня не так получилось. Я, конечно, волновалась, хотя имею опыт спикера, но вот в компании Биксап для меня все это так волнительно и замечательно. Я благодарю за возможность наших основателей, за то, что мне доверили перед вами выступить и рассказать о возможностях компании Биксап. Всем вам успехов, желаю удачи, всем хорошего дня, всем пока-пока.